Короче, решила и сегодня дома не сидеть и пойти пошли на Голан. По шестому участку. Он легенький. Как раз будет сегодня такой вот разгрузочный день. От каньона Инзиван, где я нахожусь, до Архозых. Может, еще и дальше пройду. Ничего тяжелого здесь нет. Маршрут тут написано. Семь сложности легкая. Поэтому все должно быть. Зашибись. И погода отличная. Вот, так что сейчас я вот собираюсь и двину. Вот. Инзиван до Архозы. Так, ну все, пожалуй, пойду-ка я.